Всем привет, это компания Видеодоска, и сегодня у нашего софта вышло новое обновление, версия 4.0. В новом обновлении мы больше не используем такую вещь, как круговое меню, его просто нет. Что же теперь нам нужно делать? Давайте выведем меню на экран для того, чтобы вам было видно. Нажимаем. И сейчас мы видим то, что у нас, во-первых, обновилось само меню. Что теперь мы можем здесь сделать? 4 пальца отвечают за то, чтобы мы начали рисовать. 2 пальца для того, чтобы стирать. 3 пальца для того, чтобы перелистывать между функциями. Как это работает? Мы добавляем карту. Взаимодействуем с нашим объектом. Выбираем 3 пальца и начинаем взаимодействовать с картой. Можем ее уменьшать. 2 пальцами уменьшаем и увеличиваем. И точно так же удаляем 2 пальцами. Любые интерактивные элементы теперь намного проще добавлять с телефона. Вы просто можете их перелистывать. Выбираем фото. Открываем нашу галерею. Фотография. И добавляем объект. Для того, чтобы взаимодействовать с любыми графиками, мы также используем всегда 4 пальца и можем с легкостью их перемещать. С помощью 3 пальцев мы можем взаимодействовать с нашим объектом. Несколько альтернативных выборов кнопок от широкой линии до самой узкой и большое количество различных цветов. Удаляем. По вкладке руководства у вас будет доступно большое количество видеороликов, которые помогут вам разобраться в данной программе, если у вас возникают какие-то технические сложности. А клавиша «Презентация» поможет вам взаимодействовать с вашими презентациями, которые вы хотите вывести на свой экран. И самая крутая новая фишка данного приложения, то что теперь мы можем добавлять вот такой QR-код, с помощью которого к нам может подключиться на онлайн-вебинар или трансляцию или запись видеоролика абсолютно любой человек. Привет, привет! И самое уникальное, что количество таких участников не ограничено. Наши разработчики ежедневно стараются улучшать данную программу для того, чтобы вам было комфортно и удобно работать с ней. Ну а с вами была компания Видеодоска. Приобретайте наше сенсорное ПО, связывайтесь с менеджерами для того, чтобы подробнее узнать об этих уникальных возможностях. Удивляйте своих зрителей, делайте видео интерактивными, используйте новые технологии уже здесь и сейчас и наслаждайтесь процессом съемки на наших студиях. Всем пока!